Всем доброе утро. Смотрите, что творится тут с ребятками. Котеночек с маленьким человечком, да? Да, это нельзя трогать, папин компьютер. Что, пойдем плавать? Нет. С Мишкой будешь лежать? Получили газету на Лёшку. Постельное белье. Смотри, вот, например. $100 full $130. Прикольные, да, подушки? $20 начинается. А нету. А нету. Нет таких? Угу. Ну, купим потом, да? Угу. Когда мани заработаем. Смотри, какая клевая, я такую себе хочу. А вот, це розовая, это для девочки. Представляешь, кроватка? Синяя. Вот такую, кстати, можешь в твою комнату взять. Пап. Пап, смотри, что мы нашли. Лампа прикольная, видишь, как тумбочка. И вот, смотри, под ноутбук, прикинь. Нам кусты вырубили все. Вода как всегда теплая. Вода теплая. Кота. Все, камера катается. Кай. Семья Bad Family. Break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. Shoot me down the fire away, away. Лёшка, давай вот так загорать. Она тяжелая. Ребят, сейчас проплывала, и я почувствовала московских, подмосковских коров. Запах от коров. Знаете, когда в деревнях так пахнет. Я писала, что я по полю. Я не плыву, а иду по полю. Вокруг меня поля, леса и коровки наши. Лёшек хочет. Что ты хочешь? Бир. Бир? Пиво? Нет, бир. Мишку дай. Бир, вот бир. Дай ему одну. Посмотрите, я ведь постригся. Да. Так вот тут, да, как чуть-чуть у тебя. Ну, пару дней обрастёт. Блин. И за ухом. И здесь то же самое за ухом, видишь? Жесть. Как-то машинка одинаково съела мне за ухом. Так он ещё суп не поел. Да, надо сначала суп, а потом будет Мишка. Поехали. Два мешка у тебя, Ренок? Да, там баночки все. Представляете, сколько? Ну, давай кнопочку чик-чик и бегом. А звоните. Ну, давай, с бонтиком. Я боюсь. Давай, иди камеру в сундучок. А дождь идет, опять дождик, получим и по крыше машины. Бам-бам. Да. Что это за отделение? Отделение милиции. Отделение милиции. Да. Гундвилл. Это как комиссионный магазин секонд-хенд. Да, как секонд-хенд. Здесь дают вещи. Американцы приходят, то, что не надо. Не надо. Отдают мешками. А еще она тетя говорит, когда она жила, спасибо большое. Ага. В Кентаки, то... А что вы там нашли? Да, надо... Поглядываю. Браслет находили, да? Да, да, да. Мы ищем с тетей бренды. Бренд? Экспресс, да. Ну, даже... Вот тут пятна. Ну, она классная. $69, да, футболка? $69. Да, да, да. Ну, где-то вот так вот они все стоят. $3.89. Хотим посмотреть, найдем ли мы бренд какой-то здесь. Флорида он. Ой, а это что такое? Прикольное какое-то. Кто? А тут оторвано все. Меряем майку. А, майку. Ты вот уже это показываешь, а я уже ищу. А тетя еще ищет. Все рыщу. Майк, ну это не майк. Это не майк, это очень нарядная. Ой, какая шелковая, кстати, Оль.
прикольная. Как ее убрали? Вот так тут, да? Да, да, да. Потом будешь любоваться. Ой, а мне нравится, Оль. А это, да, завязка. Завязка вот здесь. Стильная какая-то. Стильная, да. Сколько смотри. Она? $3. Да, 3,89 она. Вот так. Но все равно за такие деньги, Оль. Крафт. Тоже очень хорошая фирма. Посмотрим, нету ли дырочек здесь каких. За 3,89 тоже. Банана Репаблик. Вот так вот. Ну, какая-то страшненькая. Она уже поношена. Да, уже. Да. Вот это да. Что у нас? 3,89. Forever 21. Кстати, Аэропостол. Да. Аэропостол хороший жилеточек, а сами? Роемся. По цвету видели, как все разложили здесь? Джейк Райан какой-то. Катушки, собачка гуляет. Оль, за 3 можно больше брать. Это Style & Go очень хорошая. Да. Style & Go. Это ну, наша компания. И цвет пошел. Ряд желтого. Грязно. Перешла я к платью. Сарафанчик какой клевый. Он стоит у нас 6,29. Почти все платья 6,29. Да, вот это тоже 6,29. Вот, смотрите, какое. Давайте посмотрим, что у нас за бренд. London Times. Made in Sri Lanka. Да. London Times хорошая, Ольга. Расцветка как тебе? Ну да, что-то, да. Что-то расцветка, то. Да. Много ставим. Тут вещей. Да. Либо пятна, да, либо заношены да, сильно. Да, заношены. Если новые, то можно... О, видите, как сильно заношены. Сильно, да. А вот лофт. Кстати, новые надо брать. Новая нам да, на сцене. А сколько? 6,29 тоже. Finestal 4. Как не взять-то? Серьезно? 4,88. Вот такое это... платье $10 стоит. Нет, да, ну не бумаго. Да, нет, оно не... Это надо, чтобы... Forever 21. Магазин. Эск. Размер 6,29 платье. Кстати, прикольно. Смотрите, как красиво. $99. Самый истый ролик. Видели? Ой, господи. Это красиво. Чудо. А сколько они стоят? Здесь где-то должна бумажка же. Вот. 5, да? Это... Ой, ну чудо. Я здесь вижу все старого. Не буду здесь смотреть. Дальше идем. Жилетка поймалась. 4,29. Да, Ката. Смотрите, какой классный. Ты помнишь, какой он дорогой мы были в Талбо? Талбо, да? Талбо. Помнишь, какой дорогой был? Нет. Мы чуть не упали в Бостоне. Какие? По 200, по 300. Вот давайте посмотрим. Вул, шерсть 65. Так это очень хорошая фирма. Шелк и нейлон 26. Это очень дорогая фирма. Это под показ брючки зимой. Это, представляешь, это прелесть. 5,69 всего. Побольше на сезон, наверное, так. Не, побольше, девочки. А так смотрится дорого. Какие штучки всякие, корзиночки. $99. Пизда какой. 49. 49 центов. 50 центов. Носком что-то так прицепился, что ли? Гусь какой. А это вот. Ой, что творится. $99. Ну, мама кого любила, понимаешь? Да, вот такие, да. Сколько стоит галстук босс, представляете, есть? Ну, он кривой весь уже. Кривой, да. Старичок. Да, уже не ладно, мы его поняли. Говно, да? Сергей, в Кентаке намного все было лучше, больше выбора. Счастлива больше была. Насчет и говорит, счастлива больше была. И да, выбор больше. А здесь, да, я говорю, Флорида, она, знаете, ощущение, как будто уезжают одни люди, кто работать не хочет, сидят. И здесь поэтому нищета такая в основном. Те же Майами. Я вообще в шоке, я не знаю, как люди там живут в этом Майами. Когда ты идешь, вокруг тебя ходят такие личности, мне даже противно стало. Я посмотрела, какие там апартмент можно снять за 1600, я брыла в шоке. Тараканы, жуки. Зачем это надо? Жить среди говна, вот честно я вам скажу. Лучше тогда уж реально в такой деревне жить, как... но тут хоть чисто все равно. Какая пижама, видели? Обувь. Угги, смотрите. Тапочки. $5 всего лишь. Вонючки. Детские книжечки всякие. Американский старый. In the bank. Детские, видели, какие здесь? Интересно. Ну вот какой. Тыч. American Great Cities. Интересно.
Вроде бы книга стоит $2, поэтому я хочу ее взять. Я люблю книги. Американский магазин. Прям все по-американски тут. Штуки всякие. Оль, посмотри, какие наборчики. Мам, тарелочки вот туда. Доллар не взлеет. А вот смотри, какая вот. Знаешь, сколько можно здесь посуды взять? Плюс 9 центов. Офигеть. Вот клевые вот штучки. Ты посмотри, какие красивые. Вот это тоже, кстати, красивое. $5, представляете, набор целый. Угу, набор целый, Крисмас. Вот уже старые кукис фо Санта. $2. Вот уже видите, винтаж. А ты уже да, винтаж, и $2. И $2. Угу. Коллекция посткарт. Ты сюда штамп клеишь и отправляешь. И знатный фильм. 69 центов. Ой, я таких кружек уже 100 лет не видел. Какая, смотри, как стоит. Кружечка металлическая. Помнишь, ой, наша напоминает? Да, наш. Ну, 99 центов, какой домик. Happy Halloween. $2. Фигня какая-то. Фото. Страшно потертанная. Рецепт файл, кстати, хороший. Да. Для рецепта. А там блокнотик, да? Да, инструкции, ингредиенты. Да, да, ингредиент, да. Настоящий, да? Тяжелый, $3 да, такая. Ну, это убить можно. А то снег, башка попадет. А вот это что, подсвечник? $2. Да. Прикольный. А эти разбитые. Ага. Зайчики вот такие флёвые, без ушек. Такая вазочка, мне тоже тяжелая. Да, ну это натуральный. Дидир говорит, толочь, что-то. Песенки куда-то идут, смотри. Идут куда-то. Может, нас поднимут куда-то. Давай возьмем. Постоянно, одна тебе, другая мне, Валя. Ой, часики, тик-так. Раритет. Нет? Так, смотри. Нет, это не антик. Не антик, нет? Ой, они поломаны все. Я еще говна. Придула. Это можно винтаж, да, сказать. Джермани. Джермани, да. Вот так. 69 центов? Да. А ты что туда надо? Видишь, глиняное сделано. Сюда классик цветочек какой-то можно, цветочки какие-то. Вот это тоже что-то как розочка. $2. Да. Я зайцев всегда, когда вижу, мне его цветочек. А ты он весь приклеенный, расклеенный. Да, да он весь побитый, наверное. Макушка опять. Это подсвечники. Картинки, рамки, рамки, тролливальки. $2. Ну какой? $2. $5, $5. Они все почти по 5. Стул $6. Представляете, картина как будто в гробу. Yeah, а по правде страшно. Прям такой страшный очень. Смотришь, да, и даже как будто туда тянет. А кто-то как будто, да, что это такое? Тусис, от сестры к сестре. Что это такое? Фу, неприятно просто. Меня прям оттолкнуло. Я так, Вицин, помнишь? Красиво, он смотрит. За сколько? За 5 центов? Нет. За 5 центов? Долго, для долго. Для беременных. Для беременных? А я говорю, для памперсов. Да, вот эти клювые. А сколько они стоят, вот эти вот? 7, они все, наверное, по 7 минут. И вот в тютере нашли вот такие очень классные. Да, да, эти очень клювые. Смотрите, какие. Нет, нет, не налезли. Просто обалденные. Это очень красиво. $7 тоже. Все, джинсики. Rock and Republic. Они чуть-чуть грязненькие. Обкаканные все. Сёва корова. И не понятно, что за промот. Просто интересно вот так найти. Промот. Знаете? У нас, кстати, вроде есть такой магазин, нет? За промот. Да, конечно, да. Ну, я имею в виду батист. Накинуть здесь для фото хорошо, вечерком накинуть. 3,89 вот такая. Хорошенькая? Да, LLB. Лаура Скотт. Тоже 3,89, они все по 3,89. American Eagle 3,89. А он стоит $9. Дикий НВАЙ, $9. Качественная шучка. 100% коттон. Нет, ну другого, кажется. Ну не очень, но историческая. Да, историческая. И стоит, кстати, не историческая. Но она... О, опять эта мода International. Беленькая, какое качество хорошее, кстати. Знаете такую джинс, бей? Вы сейчас тоже обалдеете. Смотрите, какой этот. Мама. Да. Нью-Йорк. А ты раньше, помните, ну, носили? Помню, конечно. $30. Да без денег. Очень крутая, да, курточка? Курточка что? Просто надо вообще, это как классно. Утеплённая такая. Чистая вообще. $10. Смотри, да, даже выше-то. Выше-то, да.
Большая, да. Хотя человеку модно вот эти вот широкие. Ну тут у кого-то, мне кажется, сиси были большие. Сиси. А даже уже было, потому что вот оно торчит. Да, 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 торчит сиська здесь, да. Да, видели? Потому что туда набить, что кармашки что-нибудь надеть. Набьем то в кармашке будет сиськи дополнительно. Гречку положить. Мы с детьми расстоим на стопоре и гречка. Бью. А, да, я влево отодвинулась, и он этот что-то отодвинулся и уехал даже. И поехал. И на красный чуть не уехал. Он перепугался. Да, видели? И он рванул. Он рванул. И тоже на красный свет, главное. А там едут, поворачивают машину, писали. А он все, он поехал на красный. Тут солнце у меня тоже, у меня нос сильно. А у тетир прям даже все а руки. А у него все руки уже, все конопатные. И тело, представляете, как все, от солнца. Коноплядное. Конопля. Конопля выросла. Выросла. И еще растет. Здесь посинело. Даже белый круг образовался. Вот здесь образовался белый вокруг этой родинки. Посинела родинка. Темно-синяя стала. Черная, как и в синий вот дают. Она черная. Вот это солнце, представляете, как? Ребят, попали в тютир и в Роуз. 10 минут, и мы в Роуз. Вот хорошо, с одной стороны, когда нет пробок. Быстро доехал, а в Нью-Йорке бы сейчас ехали. Это час, наверное. Наши часы гесовские клевые. $35. Да. Вот такие фосил. Марк Джекобс, $70. Вот гес 38, 23 вообще. Курс $200, вот такие. Такие 85, вот 60. Вот аккуратненько, 65. Браслетик Майкл Корс. 85 его цена, видишь? Да, сейчас 30, ага. Класс. Сережки, есть $6 всего. Есть. Какие Марафа, у нас еще? Да. Хорошие. $11. Дуни Бург какой-то. Эндбург, да. Эндбург. Дуни Эндбург, да. $100 она, да? Да. Очень круто. Ну, она, у них цена-то ее оригинал. Да. 200. Пять штук, $5. Авокадовое мыло. И сколько оно? Оно $5, но за 3 куска. Крем, фут лошьон. Ну, вот это что такое? Лимон, бат. А, это для кутикул. Губ. Кутикул. Кутикул. А, это кутикул, так, да. $9 все. Здорово, было бы для рук. Для ног заниматься. Кто будет ногами заниматься? А вот, сразу клевое. Вумовская. $10. Ушки торчат, как у обезьянки. Какая сумка? Томми Хилфигер. Вот тебе, пожалуйста. $25. Такая приятная. $27. Томми Хилфигер. Тоже легкая. Да, и легкая. А у Гес какая? Мягенькая, кстати. Мягенькая. Вот. 48. Да. Вот тоже Гес, смотрите. 48 сколько, тоже. Биби да. Он этот. Ну, она пусть не пьет. Вот Биби. Она... Все равно приятная. Мягенькая. Да, $33. Да. Знаешь, какая цена была? 89. $10. Такой, да. $20 детские. Чуки клевые. Да, смотри, да, какие модные. Томми Хилфигер. $20. Тетира в Виндиксе, наш любимый, побежала. Как в Америке любят такие машины. Но у нас здесь Палм-Бэй. Очень много таких машин, джипов. На повышенной подвеске, видите, как делают колеса какие. Прикольные, говорю, ребята такие. Папа и сын. Сосед и сосед. Леша, а ты сосед и сосед. Идемся кушать, ребятки. Да, Леш? Сейчас бабушка, смотрите, какое нам мясо дала тетера вкусное. Смотри, берете вот так вот. Оп! И все, и кушаете. Точно, не говори. One moment more. Все. Вау! Ты это да, Лешка, в фокусе никакой. Домик-то у нас замок, смотрите. Без окон, без дверей. Полногорица, тачек. 101 слов. Всем спокойной ночи. Лёшек маленький уже пошел спать. Мы сейчас посмотрим видос у дневника Хача. И все сделаю маску, которую сегодня купила. Хочу зарегистрировать аккаунт на eBay. Пробовать там продать вещи. На английском я сейчас читаю. Для меня все медленно очень. Я вас обожаю. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что подписываетесь на меня. Мне очень приятно. Я вас рада видеть у себя на канале. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm